И всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Бенни, и мы продолжаем играть в Гаррис Мод. Сегодня со мной Снэпгейм и Дедлимен, поздоровайтесь. Всем привет, дорогие друзья, всем привет. Всем здорово. И, в принципе, это снова Гаррис Мод, и мини-игра называется, как там... Охотник за тараканами. Игру посоветовал подписчик, и, в принципе, правила такие. Персонажи делают себе маленький размер, а охотник на тараканов, так сказать, должен уничтожить тараканов с пушки, да. И, в принципе, там в оригинальных правилах он поставил размер 0.05, но мне кажется, это слишком хардкорно, поэтому будем использовать размер... Какой там выбрал? Один. А нет, 0.02, да? Я не знаю. Да, 0.02. Так что, давайте, начнем. В принципе, наши ребята убегают и... В принципе, наши ребята уменьшились, и, короче, они должны будут прятаться, так сказать, 5 минут. Прятаться прям совсем так нельзя, потому что они реально мелкие, короче, вообще мелкие тараканы, и, в принципе, они будут прятаться, да. Вы же будете прятаться? А, я застрял в мусорке. Ладно, давайте, идите прячьтесь, я считаю до 30. Ты пропал. Все, ребята, я иду. Давай. О, тихо. Все, пропал. А я, подождите, я отключил, разрешить убийство игроков, да. Тихо, всё, пофиг. Где же? Чё там гремите? Я пытаюсь вас найти, время, кстати, пошло уже. Да, Владик! Вы чё, в подвал спустя? Иди сюда, иди сюда. Вы чё, убежали уже? Поймешь о том, где я нахожусь, когда ты узнаешь, о чем я, где я нахожусь. Так, где вы? Вообще, два этих... Чёрт же... Тараканы. Так где вы? Черт! Вы, ребята, не прячьтесь, вы должны вести свободный образ жизни. Ну, я по тараканам, я действую тараканом. Я помню один раз, короче... Ты помнишь еще одно мгновение? Я помню, как один раз таракан на щеку укусил. Так это, гены таракана передались мне. Mm. Короче, вы, ребят, помните то, что прятаться можно только в доме? Да. Молодцы. Мы это, еще специально уедем в Таиланд. Вообще, пойди, нам надо еду еще собрать. Тараканы же еду любят. Тебя видно. А куда-то идти? Я не понимаю, где вы вообще? Близко! Где вы? Он близко. Дверь открывает там. Я слышу выстрелы. Так где вы, засранцы? Я сейчас вас найду. Ну-ка посмотрим, где он там. Так где вы? Достали. Сколько? Уже практически время вышло, у вас 2 минуты осталось. Все, я спрятался. Это нереально, Unreal. Черт. А я спрятался. Так, черт. Дом слишком большой. О, все, сейчас вообще идеальное место. Я вообще идеальное место нашел. Где вы? Черт, мне 1 минута осталось. Щелочка не делай. Нереально. Это я знаю, это вообще жестко. Ну, наверное, уже... Я тебе еще специально подсказки буду давать. Черт. Давайте хоть с подсказками хоть. Потому что это действительно нереально. Холодно. Тепло. Вы меня видите? Холодно. Теплее. 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 Где вы? Кстати, я тут, кстати, не был. Ну-ка, надо. Или чё? Где вы? Ну ты сейчас же понял то, что я просто подшутил над тобой. Ага, всё понятно. Фига, ты засранец вонючий. Блин, я над тобой подшутил. Ой! Ничего не было! А, идея! Неплохая идея! А вот тверд хороший. Идеально! Все, вы выиграли. Черт! А где вы были, показывайте? Ага, привет. Где вы были?
Короче. Секретное место секретных агентов. Ты где? Показывай, где ты был. Я сидел прямо здесь. О, вот, подожди. Черт! Подожди, поначалу мы в подвале, потом мы я сюда прибежал. Не, мы под стол залезли. Мы под стол залезли, потом я залез в эту шкафчик. Я поднялся, потом я на второй этаж поднялся и за батареей спрятался. Только, ребят, вы поняли, что нельзя шифтить? Ой. Да, мы не шифтили. Не, мы не шифтили. Ведем чисто постоянно подвижный образ жизни, то есть прятаться вообще нельзя, потому что это реально тяжело будет. Не, ну по таракане же, тараканы действуют так же. Ну, вы будете, так сказать, бегать, вы не тараканы, все равно люди. Так что давайте теперь ищут у нас снэп. И мы начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Где эта комната? 16, 17, 18, а до скольки читать? До 30, до 30. Мы как мы отсюда вылезем? 29, 30, все. Нигер, я вас буду искать. Чё? Ну-ка, пойдем, сейчас будем пытаться с тобой отсюда вылезти. О, смотри, что я нашел. Это поможет нам вылезти. Как? Не знаю, но может как нам вылезти. Нет, ты сломал нашу! Нет, зачем ты это сделал? Черт! Что вы там делаете? Мы пытаемся, мы залезли в какую-то херню, не знаю, отсюда вылезти. А! Залезайте. Это ты! Не открывай, я думаю, это он пришел. Черт! Что ж нам теперь делать? Я попытаюсь. Офигенно, залезли, что теперь делать? Ее сломать можно? Черт, ее нельзя сломать! Не открывается даже. Чудя. Давай пропы создавай. Чтобы вылезти? Да, давай. Вот, давай. Нифига себе, я качок. У меня таракан в отеле фитнес посещает. Мы не залезем. Тихо. Ааа, я видел его фонарик. Давай, нифига себе ты, матрица. Чё, подожди, тихо, он прям над нами. Я его не слышу даже. Он фонарики включает. Тихо. Ладно, давай. Операция жопа с пальцем. А! Где он? Он там? Не кто-то. Кто-то открыл ее! Это я ее открыл, дурак. Да пора! Закрой! Где там? Ну ты что делаешь? Не ломай! Черт! Я вылез! Да мне теперь нужно вылезти! Да там легко бывает, давай! Кто тут пропасть создает, которая этот в текстурах, блин? Черт! Дры-ды-ды-ды с пропасть. Блин, я только что видел твой дробовик. Ты только что этот дробовик видел. Да что ж ты будешь делать? Ты что, до сих пор не вылез? Я тебя так и не вылез. Я сейчас буду делать этот, короче. Да даже карта крутая вообще. План диверсия. Нет, у меня есть предположение, где вы, но навряд ли. Офигенная диверсия. Да, грёбаная диверсия. Мне кажется, где-то близко. Ты по-любому где-то близко. Откуда здесь ломанный... А, монитор ломанный. Ломанный компьютер. Да что вы тут делаете? Я не знаю даже. Я вылез! Молодец, теперь прячемся. Наконец-то, мне теперь нужно взять руки. Все, я возьму лом на всякий случай. Тут нельзя выходить. Half-Life 2. Черт, у нас осталось еще 3 минуты. Да, как бы вроде бы... Так. Не, хоть подсказки дайте. Я не знаю, я по ступенькам поднимаюсь. Я вообще сам не знаю. А-а-а! Чёрт! Я прям срагнул! Че? Ай, блин. Нет, он потрясло. Помогай! Делать, да? Нет! Дэнли, помогай! Он меня окружил! Чёрт! А-а-а! Он через текстуры херачит! А, нет! Дай тебя убить! Помоги! Где ты? Стой, знаете его. А, у меня 15 хп, 1 патрон, и я сдох нафиг! Дэнли, помогай! Черт, давай, подходи! Я не знаю, где ты! Я сам не знаю, где я, в тумбочке! А! Не, вы не тут. А, да черт, нет! Есть.
кусок гигантского таракана застрял в тумбочке. Это пипец жестко было, я обосрался, когда я по ступенькам поднимался, но... а вот он. Да, это был пипец, наверное. Офигеть! Ну, здравствуйте. Все, он проиграл. Блин, ну я хоть одного убил. Да, получается у нас снэп в плюсе. Получается теперь у нас, так сказать... Ты по мне не папа. Нет, я как бы умер, я одновременно тебя стрельнул, это было круто. Да, так что теперь следующий охотник на тараканов у нас Дэдли. Ну, все, давай, пошли, пошли. Сюда, пошли. А ну скорее считать. Да, 30. Ты где? Ты поднимайся. Подожди меня. Я пока что буду посуду мыть. Это настоящий хардкор. Да. Я буду посуду мыть пока что. Да блин, я кружку разбил. Опа, смотри, смотри, смотри. Где? Давай. Сидим тут на 30 секунд, а потом уходим. Давай. Офигеть. Не убери фонарик, там один. О, где-то рядом. Чёрт. Где-то рядом, блин. Ты не вычитай фонарик, дурак. А! Он где-то рядом! Давай еще сидим. Давай еще 10 секунд сидим. Да, помнишь, а давайте, ли? Ребят, первую минуту поисков можно просидеть в этом, как бы спрятанным. Знаешь что? Рядом, подожди. Тихо-тихо-тихо. Ты сейчас спалишь. А ты. А ты говоришь, что можно спалиться здесь светом? Ну-ка, давай я вылезу. Давай, я вылезу, тебя включи фонарик. Включи фонарик. Палец? Это выглядит, как будто он светится. А если так? Давай, заходи быстрее. Он где-то рядом. Нет, заходи, кто ты делал сам. Я знаю, что надо сделать. Текстуры не залазит. Что ты что-то взял? А, ты взял что-то. Что? Он зашел! Нет! А! Тихо-тихо! Может это у него в динамиках, не? Это у него в динамиках, я все слышу. Я вот и говорю, я тоже слышу динамики. Что-то вон ходит, на первую минуту тут сидит. Мались! А? Ты где? Я тут. Так, вы не здесь. Ага, все, я уже догадался, где вы можете быть. Ха-ха, чёрт! О, есть одно, есть, здесь есть одно, есть одно темное место. Я выхожу. Так. Поднимаемся, поднимаемся. Вот я с тобой. Бассейн, вот, давай, иди. Вот он. А, хардкор. А, я знаю, смотри. А, нет, стоп. Где мне? А, вот я. Заходи, заходи. Так. Быстрее. Я вас слышу, вы топаете! Давай баррикадируемся! Быстрее! Я не могу ничего взять! Подожди! Ну смотри, баррикадируемся! Я сломал! Смотри, ее больше невозможно открыть! Как нам теперь отсюда выйти? Как мы засунули? Чёрт! Мы слишком умные тараканы! Комнате вас. Черт, мы карту сломали. Черт. Черт. Черт, у нас осталось еще 3 минуты. О, я залез, я залез. Ты вылез? Давай, давай, уходим, уходим. А где? Где? Давай он сначала нас заметит, мы должны, чтобы он нас заметил. А! Я упал! Я упал! Как ты вылез? Залезь сначала на стол. Как его залезть? А, он сзади, он сзади! Быстрее! На стол залазь, залазь! Пытайся залезть! Он не может открыть. Чёрт! Да не, залази без бочки, туда реально залезь. А! Там нереально залезть. А! Он зашел! Я бегу, давай! Да прибудет с тобой силу, Стэд. А, кстати, ты же должен быть в помещении, а не на улице. Ну, это балкон, в принципе. А, это балкон? Фу, блин. Пишу, бегу, бегу, бегу. Я бегу. Я спрятался, я не спрятался, все. Чёрт. А, вот это жесть! Ну-ка, у нас осталось еще 2 минуты. Не, ну... Просто это, если вы не там, то тогда уже просто уже некуда идти, смотри. Опа-на. Опа, балкончик.
Я теперь просто хожу по дому, надо просто по дому теперь бегать. Снэп, не прячься. Я прятался от него, это страшно. Нельзя прятаться. Тебе уже нельзя прятаться. Мало времени осталось, у нас осталось 2 минуты еще. Черт. Блин, я на улице вышел. Ты рядом или это меня не кажется? Не показалось то, что это нога Дедли, а это шторы обычные. Что там происходит? Шторы со светом Дедли. Ну да чё, нафиг, расизм уже, да? О, щит. Я слышу, как он двери там открывает. Я тоже слышу это. А, слышите? Нифига себе, у меня таракан бодибилдер. А, чёрт! Так, нету тут ничего. Так, у нас осталась 1 минута. Давай. Верховный лидер. Я стул испугался. О! Султан Снэп. Ты где? Вот он. Во-во-во, привет. А! Чё ты сделал? Залази. Ты телевизор сломал. Ты спалил наше местонахождение. Лидер, ты хера. Тут один телевизор такой. Нет. Да. Я могу залезть. А, я залез, только не туда, куда надо. О, он пришел! Дедли, Снэп, нет, я помогаю тебе! До свидания! Иди сюда! Я бегу! Чёрт! Чёрт! Всё, мы выиграли! Есть! И все, я досчитал до 30, и теперь я буду уничтожать таракана жопы. Смотри, как какие обои, я бы себе такие обои бы хотел. А, нет, у меня почти такие же обои. Где вы две жопы? Палишься. Че, вы палитесь? Нет, вам палится. Что это, даже хоть он в тени, все равно он его видно. Ну, блин, а че, виновата, что у меня белая рубашка? Но мы когда сидели в ящике, нас не было видно. О, давай сюда. Что ты за мной? Что вы сделали? Мы спрятались. Ваша и минута до сих пор идет. Да, еще до сих пор идет 1 минута. Нас не найдет даже. Ну, у вас 1 минута идет. Ну, потом после 1 минуты вы имеете право не хранить молчание. Как это? Не хранить молчание, это значит то, что мы можем базарить сколько будете, хочешь. Да. Посмотреть на тебя. Смотрите. У вас минута кончилась. Да, все уже кончилось. Теперь вы должны бегать. Все. Так что подожди, вам пипец. Сначала. Все. О, здравствуйте. А! 5 хп! Один хп отнял. 4! Дай, я тебя убью. Да! У тебя нога же переломалась. Теперь остался один объект. Нега, таракан, я должен. Нет, я сейчас, наверное, сдохну. Ты бегаешь? Сам, наверное, сейчас сдохну, да. Ты мне сначала 5 хп, а потом 1 хп, потом 13. А что не напал? Так. Так. Короче, я скажу, где султан. Где он? Он находится в подвале. Ты врешь. Не вру. Снэп, это правда? Да нифига. Он врет. Так что, ладно. Дедли не стоит мне брать, потому что я все равно не пойду в подвал. Не, ну пойди в подвал. Не пойду. Пойди в подвал. Не пойду. А ты пойдешь в подвал? Да. Ну иди в подвал. Я уже там. Ты врешь? Нет. Ты врешь? Нет, я уже там, но его там нету. Ты врешь, не в подвале. Ага. Ты мне наврал, ты не был в подвале. Ты бегаешь хоть? Я как бы и бегаю, и прячусь, а... Нельзя прятаться. Ты должен бегать так. Он в подвале бегает, не в подвал. Он врет. Он не врет. Вот видишь, он выбежал из подвала. А я телек сломал, фу. Черт, я не могу найти Снэпа. Где он в подвале. Быть? Ты вот, врешь мне. Вот поверь мне, он в подвале. Ну чё, посмотрел? Его тут нету. Он есть. Нету его тут. Я сейчас нохлем даже пролечусь. Эй! Читер! Да, я читер. В другом подвале, а не подземном. Да блин, Снэп, ты прячешься там, что ли? Ну я бегаю по карте, как бы, на. Ну, сейчас посмотрю, где он находится. О, хлоп. О, он, короче, это в комнате.
На последнем этаже. Ты прикол меня парить, не? Да. Да он, ты врет, он врет. Все врет, он пытается меня заманить в последнюю комнату. У тебя осталось 2 минуты. У меня осталось 1 минута. А тебе перестанут говорить или подсказки, где ты находишься? Это... О! Да! Да, я сделал это! Все, молодец. А теперь... Кто выиграл? Я сейчас бы удивился, если он сказал бы, это подвал. Идет такой наверху. Я тебя видел 2 раза. Это тебе просто. Один раз чуть не... Я позволил тебе победить. Второй раз ты зашел в темную комнату, я там сидел. Да? Так что, давайте теперь... Най, у нас последний раз снэп, и, в принципе, можно будет закончить. Давай быстрее идем! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Подожди, обратно залази. Я хочу залазить. Все, у нас здесь не найдет вообще никак. Да! Да ты! Сраный нигер. Черт. Здравствуй. Там нет Дедли. Нет Дедли. Он убил нас. Ты говно собачье. Жлоб вонючий. Дверь, он дверь сломал. Он дверь сломал? Нет, дверь сломал. Нет, дверь сломал. Читер. Смотрите, это кровавый холодильник. Ты узнал, то что мы там. Пусть что вы спалились, то что ты вы включили фонарик. С Дедли! Ты включал, это ты включил! Ты врешь мне! Я ничего не включал. Все, уже заблюдо. Раунд закончился очень быстро и очень легко. Все, так что, думаю, на этом можно закончить серию. Ну ладно, ребятушки, если вам понравилась эта серия, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на наши каналы, вступайте в группу ВКонтакте, вступайте в группу в Симе, оставляйте свои идеи в комментариях или же в группе ВКонтакте в специальном разделе. Так что, с вами был я, Бенни, Снэпгейм и Дедли Мэн. Всем удачи, всем пока, друзья. Всем пока, ребят. Пока.